Привет, дорогие друзья! С вами Даня Океанов, и это канал Good Time Channel. И сегодня я вам хочу показать глюк в GTA Vice City на устройство iPad. Так, заходим, нажимаем на продолжение, заходим в игру. И что мы видим? Мы видим то, что все глючит, стены просвечиваются, и смотрите, я захожу, и сразу же появляется оружейный магазин, и все. Видите, я ничего не могу сделать, я тыкаю по всем местам, и у меня вот просто 357 отсутствует, и стенки подсвечиваются, все синее, все странное, и делать ничего не могу. И, видимо, больше модов на эту игру не будет, только если переустанавливать ее. Если вы знаете, как решить проблему с этим глюком, напишите, пожалуйста, в комментариях. С вами был GoodTime Channel, всем удачи, всем пока.